is all of me. Love's all. Love you. Love your curves and all your lips. Though your perfect imperfect. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. And even when I lose and win, yes, I give you all. Что это было, ребята? Что это такое? Это абсолютное безумие. Его диапазон, он же просто... Господи Боже! Да как так-то? Что это такое? Боже мой! Я тоже люблю брать такие чудные ноты. У меня довольно высокий голос, и я могу себе позволить такое. Я знаю одного парня, его зовут Джон Маркес. Он певец из Дубая. И у него есть эта способность выдавливать свой голос на другой уровень. Но вот этот парень просто сумасшедший. Я не... Как он так вниз? Как он так двигает свой голос и ставит его в этот регистр? Это ж с ума сойти. И мы видим эти движения. Это определенно его голос. И я так счастлив, что смотрю это с телефонной записи. Потому что можно ощутить реальную силу его голоса. Это так удивительно. Мне нравится реакция вот этого парня. Он так изумленно поворачивается. Представляю себя на их месте. Иисусе, что бы там со мной творилось? Вау! Вау! Опять, вы это видели? Мне так нравится смотреть на их встревоженные моськи, что я бы их зациклил.
Они все такие... Боже мой, этот парень просто чудо. Я жду, когда все эти люди подключатся к действию. О май гад! А это что такое? Ребята, эта неделя была самой лучшей. Я так рад, что начал делать эти реакции. Потому что мы уже посмотрели трех музыкантов. И это было так хорошо, что не описать. Да какой там хорошо? Поразительно! Фантастика. Молодец. Вау. Его даже и не покритикуешь. Это выдающийся мировой класс. И лучший из лучших в плане контроля своего голоса. И еще раз хочу вам напомнить, что это было записано на телефон. Я обязательно посмотрю все, что есть у этого парня.